16 театров из 7 регионов России и 5 зарубежных стран на одной сцене. В Республике Мариэл открылся 15-й международный фестиваль русских театров «Мост дружбы». Инициаторами его проведения в 1993 году были художественный руководитель Марийского академического русского театра драмы Георгий Константинов и народный артист СССР Юрий Соломин. С каждым годом география театрального форума расширяется. В гости к нашим соседям приехали театры из Германии, Армении, Луганска, Казахстана, Татарстана, Чувашии, Мордовии, Адыгеи. Наши актеры привезли на фестиваль постановку «Мой бедный Марат». Труппа русского драматического театра в гостях у коллег из Мариэл бывает часто. В прошлом году режиссер Сергей Юнганс привозил на фестиваль лирическую драму «Варшавская мелодия». В этом пьесу советского драматурга Алексея Арбузова «Мой бедный Марат». Ее премьера состоялась в столице Чувашии в конце июня. Чебоксарский зритель принял постановку на ура. Теперь предстояло покорить марийскую публику и строгое жюри. Когда спектакль выездной, спектакль фестивальный, спектакль гастрольный, первый выход на сцену для артиста – это определенный стресс. Он не знает, как правильно подать то или иное слово, как включиться, как найти этот контакт. Ребят, с Богом! История Марата Лики и Леонидика очень известная. Ее ставили на сцене много раз, но постановка Сергея Юнганса заметно отличается от классической версии Арбузова. Режиссер вместо трех главных героев выводит на сцену 6. И они как будто одновременно находятся и в прошлом, и в настоящем. Уже в антракте зрители бурно обсуждали постановку. С удовольствием пошла на автора пьесы, зная, что это классика жанра, что я получу массу удовольствия от Алексея Арбузова, а тут такая оригинальная постановка. Игра артистов очень нравится. Постановка нравится тем, что, видите, смена артистов, это очень оригинально, по-моему. Ну, я вот впервые на таком. А вот члены жюри, известные театроведы, драматурги, разбирали спектакль более детально и даже критично. Это 7-й раз, что я на этом фестивале, всегда в жюри, с огромным удовольствием. Смотрела на много спектаклов, между остальным смотрела на несколько спектаклов театра из Чебоксара. Я знаю режиссера Юнганса. Думаю, что у него очень интересные спектакли. Я люблю таких спектаклов, потому что это, так мы скажем, постмодерный спектакль, когда много жанров в одном спектакле. Я люблю этот театр в Чебоксарах. Я думаю, что политика этого театра, репертуарная политика, очень хорошая. И поздравляю. Может быть, это не совсем то, о чем много лет назад писал драматург. Может быть, вещь получилась печальнее и, может быть, многозначнее. Здесь использован прием удвоения героев. Ну да, душевное раздвоение у них присутствует, конечно. В каком-то смысле, может быть, это прием очень в лоб. Мне кажется, что театр справился со своей задачей. Может ли стоять этот спектакль как претендент на награду? Ну, конечно, может, это серьезная работа. Вот получит ли он ее, зависит от того, каков будет уровень дальнейших спектаклей. Об этом мы узнаем только в конце недели. Закрытие 15-го международного фестиваля русских театров «Мост дружбы» и вручение дипломов победителям пройдет 30 ноября. Галина Титарчук, Игорь Зверев, из Йошкар-Олы.